О других событиях. В республике подвели итоги инвестиционной активности муниципальных районов и городских округов. Министр экономического развития, промышленности и торговли Алексей Табаков на еженедельном совещании у главы Чувашии рассказал, по каким критериям выбирали победителей. Среди муниципальных районов первое место в рейтинге у Красноармейского района. Победители определяли по 16 основным и 4 дополнительным критериям. Среди них темпы роста отгруженных товаров собственного производства, индекс объема оборота розничной торговли, рост среднемесячной зарплаты, доля доходов в местном бюджете и другие. Второе место в этой категории у Чебоксарского района. Среди городов лидером стали Чебоксары. Денежная премия составит в размере 975 468 рублей. Второе место присуждено Чебоксарскому району. Размер денежной премии составит 525 252 рубля. По второй группе среди городских округов лидером и победителем является город Чебоксары. Размер денежной премии 1 миллион рублей. На этой неделе верующие отмечают Троицу. Многие поедут на городские кладбища. Неоднократно жители столицы обращались в мэрию с жалобами, что проезд до места поминовения стоит дорого. Глава города Леонид Черкесов рассказал о подготовке к религиозному празднику. Количество транспортных единиц практически в 3 раза увеличивается. Создается еще резервный транспорт в случае, если массового скопления людей. Проезд удешевеет с 40 рублей до 16 рублей, как в городских маршрутах. С Минтрансом буквально вот сегодня-завтра будет подписано соглашение, и с бюджета города будет дотироваться проезд на этом транспорте. День России в Чувашии открылся межрегиональный этап Всероссийского фестиваля народного творчества «Вместе мы Россия». В номинации ансамбля народного танца диплом первой степени получили коллектив народного танца «Сувар» и Республиканский народный хор. Лучшие творческие коллективы примут участие в заключительном этапе фестиваля, который пройдет в День народного единства в 2014 году в Москве. Выставка народных мастеров, которая открылась в Центре современного искусства, продлится еще 3 недели. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Андрей Шоклев. Республика.